Прежде чем оказаться среди финалистов конкурса, учителям пришлось преодолеть немало трудностей. За их плечами несколько отборочных туров, неоднократная проверка профессиональных навыков и километры написанного текста и разного вида материалов. В конечном итоге претендентов на титул «Учитель года» осталось 8. Но победитель должен быть всего один. От души вам всем желаю победы, достижения новых творческих целей, достойных учеников, понимающих родителей, которые понимают, что образование – это не только один учитель, это целая система, и ее надо создавать нам всем вместе. С праздником вас! Прежде чем объявить победителя, из числа конкурсантов выбрали 3 призера, а после небольшой драматической паузы все узнали имя обладателя заветного титула. А победителем в нашем конкурсе «Учитель года 2019» становится Коняхина Ольга Борисовна, учитель начальных классов Снинской школы номер 2. Это мой первый конкурс, поэтому опыт небольшой, теперь у меня, можно сказать, опыт за плечами большой, поэтому, конечно, настрой должен быть. Настрой рос во время конкурсных мероприятий, когда я видела отдачу, когда я понимала, что справляюсь с заданиями, то есть вот не сразу пришло вот это понимание. Теперь победительницу ждет следующая ступень педагогического соревнования – региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года 2019». Павел Филатов, Дмитрий Наякшин, Олег Щербаков. Область новостей.